Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артем, и сегодня мы будем делать замечательный комплекс упражнений для укрепления ног и развития координации. К тому же этот комплекс упражнений очень хорошо подходит для тех, кто любит проводить свои выходные в горах. Это очень хороший комплекс упражнений для того, чтобы подготовиться к горнолыжному сезону. Итак, поехали! Первое упражнение, значит, становимся вот в такую вот стойку, ноги на ширине плеч, сгибаем колени. Колени не выходят за носки, руки впереди себя и дотрагиваемся локтем до колена, при этом не встаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Делаем 20 раз. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы, это просто замечательное упражнение для того, чтобы укрепить наши колени. Главное придерживаться простого правила. Колено не выходит за носок, спину держим ровно, и все будет замечательно. Если вы хотите дать большую нагрузку коленям, и соответственно эффект от этого упражнения будет намного больше, можем взять вот такой вот боссу пол. Это замечательный тренажер для развития баланса. Он, конечно, не у всех есть, так что у кого есть, замечательно. Так, по тому же принципу, ноги на ширине плеч. Идем вниз, спину держим ровно, колени не выходят за носки. Раз, два, три, четыре. Держим баланс. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Замечательно. Просто шикарное упражнение для ног. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение просто замечательное упражнение для развития координации и баланса. Также укрепляет подколенное сухожилие. Итак, делаем упражнение самолетик вместе с гантелькой. Держим ее двумя руками. Держим близко груди. Делаем наклон вниз. Наклон, гантельку опускаем вниз, к себе, замечательно, делаем 10 раз, меняем ноги, раз, два, замечательно, держим баланс, три, супер, смотрим впереди себя, четыре, пять. Замечательно. Пять раз. Делаем выдох. Выдох. Шесть. Семь. Еще три раза. Восемь. Девять. Замечательно. 10. И, как вы, наверное, догадались, боссу здесь стоит не зря. Теперь мы делаем то же упражнение. Стоим одной ногой на боссу. Ставим ногу посередине. Ставим боком. Отлично. Главное найти середину. Удерживаем баланс. Близко к груди, медленно наклоняемся вниз. Раз. Замечательно. Делаем 5 раз на каждую ногу. Два. Еще 2 раза. Еще 3 раза. Замечательно.
другой ногой. Займем посередине. Раз. Два. Три. Четыре. Замечательно. Еще один раз. Пять. Супер. Вот мы и закончили. Это довольно непростое упражнение для баланса и координации. Переходим к следующему упражнению. Для следующего упражнения нам понадобится вот такой жгут, либо резиновая лента. Значит, обворачиваем так вокруг столбика. Примерно на вот такой высоте. Очень похоже на первое упражнение. Ноги на ширине плеч. Садимся вниз. И руками по очередности толкаемся назад. При этом остаемся в таком положении. Раз, два. Делаем 30 раз. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Замечательно. Следующее упражнение. Значит, будет очень похоже на это упражнение, только мы теперь толкаемся ногами вверх. Руки также идут назад. Выглядит это вот таким вот образом. Делаем выдох, когда идем наверх. Два, три, делаем 10 раз. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Великолепно. И как вы, наверное, уже догадались, эти упражнения можно усовершенствовать при помощи боссов. Сейчас я вам покажу, как эти упражнения выглядят на таком замечательном тренажере. Так, ноги ставят примерно на ширине плеч. Отлично. Так, замечательно. Полуприсед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы. И следующее упражнение должно выглядеть таким образом. Центр тяжести переносим вперед. Раз. Два. Делаем выдох, когда идем наверх. Три. Четыре. Пять. Молодцы. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Великолепно. Вот мы закончили. Переходим к следующему упражнению. И закончим мы эту замечательную тренировку обычными приседаниями на боссу. Ставим ноги вот таким вот образом и делаем приседания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. Восемь, еще три раза. Девять. Десять. Замечательно. Вот мы закончили замечательную тренировку для укрепления ног.
Я надеюсь, вам понравилась эта замечательная тренировка для подготовки к сезону в горах. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артем Уолл Фитнес, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, будьте здоровы. Всем пока!